ты пониже меня, поэтому... Смотри. Мне надо, чтобы ты росла два плечи, желательно, вот одно ниже другого. Сейчас ты их напрягаешь, у меня надо чуть больше посмотреть. Так? Вот. Да. И вот у тебя шея будет на месте, а подбородок ты будешь на уровне своего лица чуть-чуть вперед вытягивать, были вот эти вот части. Так. Да, только не задирай, а именно вперед чуть-чуть. Да. Разворачивай сюда чуть-чуть нос. У тебя какая рабочая сторона? Не помню. Где нос меньше? Или ты где? Это понятно, где нос меньше. А можешь еще раз? Только смотри, глазки или камеру, или максимум возьмем руки. Мы снимаем вот так вот, поэтому руки у нас расслаблены. Давай, чтобы видно было чуть-чуть. Вот эту дулю твою. Теперь прямо смотришь. А давай попробуем на эту сторону. Чуть-чуть меньше открывай. Еще чуть-чуть меньше. Сделай губы. И давай, чтобы второй глаз у меня был в кадре. То же самое, как четверть, только второй целый был. Все понимаю. Так, теперь давай прямо. Прямо вытягиваешь подбородок чуть-чуть. Чуть-чуть ниже. Да. И сейчас будем майку пробовать. Так и ставь. На вкус. Дай попробую твою штучку. Расслабляй еще больше плечи. Смотри, чуть-чуть вперед и в сторону. Да. Сейчас помешаю голову. Отлично, давай спасибо. Сейчас. Светлично! Кто тебя еще так встречать будет? Прям с окна. Сумочка! Что за сумочка? Да? Сама поездка будет сейчас. Так смешно на Ольку смотреть, когда она пытается красивое выражение лица сделать. На матрешку сегодня похоже, да? Слушай, давай не будешь показываться на комплимент. Говори комплимент. Ты похожа на матрешку сегодня. И говорят, тебя ангельский идет свет. Это мы, привет! Hello. Обязательно поставишь. Поняла, поставишь вот это часть там, где мы. Не видя опять. Ну давай, сделай вид. Так девочки дразнят своих парней. Игорь, профессиональный дразнитель. Точно ревновал. Ну, чтобы он, но то, что ревновал. Ты без лифчика, это уже сексуально. Итак, внимание, продолжение рекламы расчески. Клапаловка в действии, показывай. Итак, клапаловка в действии. Так. Хватит заваливаться уже на Игоря бедного. Он не против. Поняла? Все говорят, что я бездельница, бездельница, ничего не делаю. Вот видите, понедельник сколько дел. Значит, первое, это мы идем на показ Хеленберг завтра. Вот такая штучка. Знаете, на что это билеты? Это на Карль. Еще у меня съемки. И к этому всему еще сегодня был шопинг. Потому что нужно было купить 3 костюма на разные мероприятия. Вот так.
кто идет на концерт? Кинокару? Кто? Мы. Кто не идет на концерт Тины Кароль? Кто не идет на концерт Тины Кароль? Угрюмый мальчик. Мы будем плакать. Зачем ты красилась, Лена? Да, блин, в том-то и дело не я красилась. Оно само накрасилось. Билеты нужны кому? Кому нужны билеты? Сейчас мы дойдем до конца, и там будет последние билеты продавать. Кому билеты? Нужны билеты? Билеты. Купи билеты. Билеты от Алены Лоран по 500 баксов. Купи. Ты погромче говори. Да не могу, люди смотрят. Билеты 500 баксов, билеты. Юбочку подыми. Зачем? Ладно, пойдем, а то еще, не дай бог, кто-то знает, скажет, Лоран пороговала билетами. И я скажу, блин, это правда. Заработок. Билеты 500 баксов, билеты. Вспомнили меня? Конечно. Я вас помню. Идем? А мы сейчас пройдем без очереди. Давай сделаем понаглее. Просто идем ко входу. Вот так. И делаем вид, что так и надо. Я всегда так делаю. Срабатывает. Ты безопасность, ты прошла? У меня твой поводок. У тебя? Кстати, чего хотели вести? Хорошо, хорошо, что не бомба. Хорошо. Свой идеал мужчины. О, смотри, шмурдяк. А сколько стоит шмурдяк? Что? Сколько стоит шмурдяк? А что это за шампанское? Крым Арт. Мы будем Крым Арт. Да не, что меня не внушает. Не внушает доверие. Интересно, Вильна касса тут закончится, кстати, Тина Кароль пофотографироваться. Так, внимание, живая очередь, я тебя сниму. Меня? Да. Хоть знакомых. Я просто решила тут под шумок заработать денег, брать деньги за стенд. То есть? Ну смотри, тут живая очередь. Индивидуальные запросы. Эти надо стёрлись. За руку тебя, мой родной, заберу с собой. Добрый вечер, друзья! Как я счастлива сегодня петь для вас, как я рада, что этот вечер вы разделили вместе со мной. Спасибо вам огромное! Ой, не буду ругаться, что же вы ходите, бродите. Ай-яй-яй. Я подожду. А также сегодня впервые, с вашего позволения, я буду читать на этой сцене свои собственные стихи. Что там случилось? Камера мешается. Очень край, где я захочу упасть лицом на снег, и пускай мне ветер в душу бросится, отыщи меня, мне так хочется. We'll be right back.
Берегите вашу любовь, берегите друг друга. А также хочу пожелать всем влюбленным, которые есть сегодня в этом зале, капельку наивности. Это не банально быть наивным. Наивно любить — это счастье. Капельку наивности мужчинам, чтобы они верили нам. Ну а нам, девочки, чтобы мы верили нашим мужчинам. Я хочу, дорогие подруги, чтобы с ваших уст никогда больше не звучали слова прощания, слова расставания. Я скажу их за вас здесь, на этой сцене, и давайте договоримся, больше никогда вы их не говорите. Я вас очень прошу. Не упадет даже волоса с моей головы. И не замрет даже сердце в немом испуге. Я не искала в этом твоей вины, когда ты целовал чужие руки. Я не пыталась вернуть улетевший шар. Блюдце не клеила, пазлы не собирала, а молча подставила щеку под твой удар и получила его, как того и желала. Знаешь, лучше с кровоподтеками на лице, чем на душе с ножевыми. Нарушили мирской порядок, и тень от твоего лица упала словно отпечаток. Как я смотрела на огонь в надежде на благие вести, сжимая до крови ладонь, в которой я держала крестик. Как ты искал любой намек на очертаниях и звуках исправить отведенный срок.
нам, отведенной для разлуки. Еще один шанс.
чтобы не толпиться. На 10 минуточек ждала свою любимую песню. И, как всегда, мне в людных местах плохо стало, поэтому подружка осталась там, а я еду домой отлеживать свою тошноту. Самые пунктуальные, самые ненаглядные. Добрый вечер, Киев. Здравствуйте, красивые люди. Давайте громче друг другу поаплодируем. Как здорово, что наконец-то в нашей стране красота, весна, любовь. Все пульсирует, все буяет, все улыбаются друг другу. Все шикарно выглядят. И это не случайно. Вы знаете, нет ни одного сегодня случайного человека в этом зале, потому что... Quitter la mer et ma maison.
Елена Бернацкая, ее пульсация сердца. София Бернацкая, еще больше аплодисментов. Очаровательные, красивые, внутренние. Те девушки, которые сегодня подарили настоящую сказку, красоту. Это было по-европейски. Это было очень красиво. Вся семья вместе, любимый супруг. Руслан Бернацкий. Столько поклонников. Давайте буду помогать. Я буду принимать в зале, дорогие друзья, это еще не финал, потому что мы хотим предоставить. Знаете, кем я работаю? Я отбираю все документы прохожих. Паспорта. Хочу кое в чем признаться. Я вообще не понимаю, что тут делаю. Еще вам хочу признаться, что люди, которые идут и оборачиваются, думают, что за мной ходят с камерой. Очень сильно ловко от этого чувствую. Чай, наверное, там. Я хочу возле вот этого леса сфоткаться.